К новостям из Киева. Там обрушился мост. Это случилось в одном из центральных районов украинской столицы, прямо над проспектом Победы. Рухнула часть Шулявского путепровода, через который проходит важная магистраль. Судя по кадрам с места происшествия, бетонная конструкция повредила один из автомобилей. О пострадавших не сообщается. И хотя о причинах ЧП пока не говорят, киевский мэр Виталий Кличко, приехав на место, поспешил объяснить все в свойственной ему манере. Мост не был в аварийном состоянии, он устал от времени, с одной стороны. С другой, это то, что были нарушены нормы эксплуатации. Под мостом стояли МАФы, ларьки, где был пожар. Это все следствие нарушения правил эксплуатации.